Приветики, с вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, дорогие мои. И сегодня я хотела бы с вами поделиться еще одним своим рецептиком, рецептиком от Ольги. Все рецепты у меня, дорогие мои, очень простые, поэтому, кому интересно, заходите. У меня есть рецепты и на сладкое, и на солененькое. Сегодня у нас будет соленый тортик с пюре картофельным. Но с такой интересной начинкой, я думаю, она всем понравится. Но это не только сегодня у меня такой тортик. У меня есть и солененькие тортики, и сладенькие тортики, и всякие разные сладости и вкусняшки. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал. С вами Ольга, люблю вас всех. Так, дорогие мои, для нашего торта слоеного с картошкой понадобится, собственно говоря, слоеное тесто. Пюре картофельное, уже готовое. Я здесь уже взбила 4 яйца. А начинку вы можете сделать любую. У меня сегодня вот такая. У меня осталась куриная грудка. Я ее поджарила с морковочкой, с лучком. Немножечко соли, перчика, как обычно, потому что мы любим такую приправку. Ну и, конечно, добавила зелени, потому что я люблю такое красивое, чтобы все было, весенние мотивы. Итак, поехали. Берем формочку нашу, паста с фолия, слоеное тесто. Конечно, лучше использовать круглые, но можно любое, оно все равно будет там хорошо лежать, а потом эти края можно спокойненько заправить. И сейчас мы смешиваем все наши ингредиенты. Как я говорила уже, пюре. Яйца взбиты, я взбила 4, но вы можете взбивать как хотите. И то, что у меня получилось, вот уже курица, как я говорила, лучок, морковочка, зелень, соль и приправка такая пикантненькая. Мы все смешиваем, яйца, пюрешечку и нашу курочку с лучком, с морковочкой, с зеленью, сольцей и, конечно, с нашей пикантной приправкой. Вот такая у нас получается каша мала. Ничего страшного, что она жидкая, потому что, конечно, здесь внутри есть яйца. И вот такая вот у нас получается консистенция. Потом, как вы знаете, яйца у нас схватятся и получится пирожок. В общем, это все вместе выкладываем в наш уже готовую пасту с фолией, готовое уже тесто, которое у нас уже получилось, типа такого цветочка красивой розочки. И эту нашу красивую розочку мы ставим в духовочку на 180 градусов приблизительно на 25-30 минут. Ну и, конечно, будем ждать теперь наш результат. Такой у нас красивый тортик получился с поджаристой корочкой. И сейчас мы его разрежем и будем есть с солененькими огурчиками, с ачугами и с оливками. У нас вот получилась вот такая красота. Это у нас получился вот такой пышный картофельный пирог с такой самой вкусной начинкой. Сегодня у нас вино, соленые огурчики, оливки и ачуги. Ну и, конечно, хлебушек. В общем, всем вам приятного аппетита, дорогие мои. Очень-очень-очень вкусно!